то, что будет происходить с ними, очень много возникает, много вопросов, но сейчас и вам будет все известно, и им. Яков? Яков номер... Номер... А, ты так решил. Номер 7. Василий. Василий, если у вас болельщики есть, то вы как-то немножко, да, поддерживаете своих, потому что, ну, им будет приятно. Вам все равно им приятно. Степан. Степан, какой вы брутальный. Илья. Илья, номер 4. Первый номер Александр. Третий номер Анжела. Третий номер Анжела. Анжела уже отмечает праздник 8 марта, уже получает подарки. И вот наши участники. Давайте их поприветствуем бурными аплодисментами. Ну и я с гордостью передаю микрофон, конечно же, ведущему Александру Доля. Поприветствуйте его бурными аплодисментами. И мы начинаем, друзья. Итак, здравствуйте, друзья. Сейчас самое главное. Необходимо слушать очень внимательно команду ведущего. Значит, первый круг будет тарелочный для того, чтобы все поняли, как проходит игра, да, что вас ждет. Значит, в игре используется несколько команд. Команда номер один – это раскручиваете барабаны. Команда номер два – взводите курки. И команда номер три – огонь, по которой вы стреляете. То есть стрельба будет происходить по какому принципу? Счет от 5 до 1, после чего будет команда огонь. Самое главное – не стрелять раньше времени. За это происходит дисквалификация. Поэтому внимательно слушайте команду. В первом круге мы решили в карусели. Никто сегодня не выбывает. Кто будет проходить из двух выстрелов? И выстрели второй раз. В револьверах будет 2 патрона. То есть 2 боевых. То есть шанс, что второй раз у вас прилетит, уже гораздо выше. Итак, мы начинаем нашу игру. То есть номера 1, 2, 3 и 4. Выходите, пожалуйста. Я снимаю. К сожалению. Так. Да, по порядку номеров. Первый, второй, третий, четвертый. Первый стреляет в четвертого, второго, третьего, второго. Раскручивайте барабаны. А четвертый в третьего. Взводите барабан, взводите курок, да? Сейчас, все покажем. Взводить курок. Его крутить, да? Не, уже взведя крутить не надо. Выставляем. Очки можно? Так. Прижимайте плотно. Сними видео на наш телефон. Это не жестко. Это же реальная жизнь. Видео именно снимай. Итак, по команде огонь. Повторяю, заранее стрелять нельзя. Итак, 5, 4, 3, 2, 1. Огонь! Ох, девушки, повезло. 8 марта, что ли? Не-не-не, держите дальше, взводите. Взводите еще раз курок, не раскручивая барабан. Взводите. И снова представляем шлем. Да, там у вас все ровно. Итак, 5, 4, 3, 2, 1. Огонь! Что такое-то, а? Вы что делаете? Почему девушки-то? Не пожелтел. Ты его лжать не признаются. Чуть 8 марта, девушки, двойной удар, да. Кладите, пожалуйста, револьвер на столик.
Надо брать от жизни все. Так, видимо, нет. Итак, сейчас продолжаем. Участники 5, 6 и 7 выходим на сцену. Вы пока остаетесь здесь. Игра достаточно продолжительная. Больно? Нормально. Вы мне обещали, что это не больно. Я по ней вижу. Что еще, Дима? Итак, раскручиваем барабаны. Раскручиваем барабаны. Стоп. Взводим курки. Приставляем друг другу в шею. В мышцу, чтобы было вам прикольней. Задействуй. Итак, повторяю, стреляем по команде огонь. 5, 4, 3, 2, 1. Огонь! О, хорошо, взводим курки, не крутя барабаны. Не крутя барабан, взводим курки. Итак, еще раз. Вам до конца снимать? Да-да-да. Итак, 5, 4, 3, 2, 1. Огонь! Был фальстарт, молодой человек, то есть вот в данном случае как бы повезло. На, по команде огонь, не по команде один. Итак, игроки номер 1, 2, 3, 4, прошу вас, выйти в цену. Девушка. Не-не-не-не, револьверку оставьте, оставьте. Я понимаю у вас желание, конечно, сразу же выстрелить всю группу мужчин, но мужчины, они же нужны. Да, то есть вы револьвером всех троих не стреляете. Сейчас вот посмотрите все друг на друга. То есть лишнее звено, оставьте, говорящий сам за себя. Вы сейчас должны выбрать одного игрока, который вам нравится меньше всех, больше всех. Как вам угодно. Нет, вы не показываете. Голосование будет открытым, но в любом случае тайным. Вы сейчас посмотрите друг на друга. Вам надо будет подходить ко мне. Я буду записывать, кто за кого голосует. Итак, прошу номер 1. Итак, я прекрасно знаю, за кого вы проголосовали и кого мы расстреляем на данной сцене. Итак, номер 1 проголосовал, как думаете, за кого? За номера 4. Номер 2 проголосовал, как вы думаете, за кого? За номер 4. А номер 3 проголосовал, ну это, видимо, любовь. Любовь просто с первого взгляда, номер 3 за номер 2. Но судьба так ведь и не определилась. Итак, у нас пока в розыгрыше 4-й, 3-й, 2-й. Голосу.
Итак, 0-4 определил судьбу человека под номером 2. Итак, вас мы расстреляем. Итак, прошу всех, кроме номера 2, подойти за револьверами. Интересно, блядь, я так не играю. Да-да-да, выбирайте любой. Итак, вы раскручиваете барабаны. Нет, вначале раскручиваем барабаны. Теперь взводим курок. Так. Ну, у нас было 5 выстрелов в шею, так что 3 это не смертельно. Может, в руку ходить? Нет. Даже девушкам мы уже не позволяем такую роскошь. Они уже сами... Кстати, давить надо сильно достаточно, но не... Ну, не зверски, потому что дело в том, что вот я показываю здесь вот 2 контакта, да? То есть если один будет в воздухе, может проскочить и крепостя. Нормально надо. А что, одновременно? Одновременно? Да, выстрелы будут одновременно. Ты попал. Да, вот просто красавец. Итак, напоминаю, стреляем по команде. Огонь. Я же за все заплатил, да? Да, вы за все заплатили. Но самое интересное... Материться можно? Нежелательно, вы же джентльмен. Но самое интересное, то есть вы можете подарить ему жизнь до конца этого раунда. Если он не получит выстрелов, либо не покажет того, что они были, он получит иммунитет. Про него, против него нельзя будет голосовать. Итак. 5, 4, 3, 2, 1, огонь! К сожалению, не захотел. Все 3. Ну вот видите, как хорошо. Живы. Да, Валер. Вы не уходите. Будет этап воскрешения, на котором вы еще сможете принять участие. Водите пока револьверы, да? Итак, выходят следующие номера, то есть 5, 6 и 7. Ну, так как вас мало, то, соответственно, кому-то огня добавлю я сам. Чтобы было точно так же, как противоположно, да? То есть там стреляли трое, здесь у вас получится двое, нечестно, да? То есть выстрелю я. Того, кого вы выберете, да, то есть посмотрите друг на друга, кто вам понравился, не понравился, еще какие-то ваши вариации выбора. Итак, прошу, подходите ко мне по одному, начиная с номера 5. Номера 5. Номер 6 я прошу заранее не расстреливать. Номер 5, вы не отправляете всех. Итак, я, конечно же, знаю уже, кого мы снова такие расстреляем прямо на этой сцене сегодня. Как вы думаете, за какой номер проголосовали? Вот мне интересно, зрители, поучаствуйте. За кого вы считаете? Вот вы, девушка, за кого считаете, что проголосовали? Так, девушка считает, что вот это вот за номер 6. Саша, давай я тебе помогу. За 7. За 5. За 5. Есть варианты. За кого? Кто? Кто еще поучаствует? Какой молодой человек? Пятый. Шестой. Четвертый не участвует в данном. Здесь только 5-6-7. За четвертого уже как бы нельзя. Саша, много голосов за 5 номер. Номер за 5, так. Как вы считаете? За пятый. За пятый. Ну что ж, немножечко так приоткроем завесу наконец-то. Итак, номер 5. За кого же он проголосовал? Он проголосовал за номер 6. Интересно, отплатил ли ему за это номер 6? А вы не поверите, нет, он проголосовал за номер 7.
А вот с номером 7 произошел метаморфоз. Он мне тоже не понравился, участник номер 6. Итак, номер 6 победил в этом голосовании. И вполне возможно, что он получит иммунитет в голосовании, если он не покажет, либо он не будет. Итак, 5-7 прошу за револьверами. Итак, раскручиваем барабаны. Итак, заводим курки. Итак, предоставлю возможность выстрелить в шею двум джигитам, которые в данном случае участвуют. Нежнее, ну, это и так максимально нежно. Итак, внимание. Итак, напоминаю, что стреляем по команде «Огонь». Итак, 5, 4, 3, 2, 1. Огонь! К сожалению, дернулись, молодой человек, вам, видимо, все-таки попало. Итак, попало с какой стороны? С какой стороны, кстати? Везде попало. Везде попало. Ну, просто счастливчики. Очень часто бывает обратная ситуация, ни одного попадания. На самом деле, вы можете держаться. Здесь нужно блефовать в этой игре. Блеф приветствуется. Как вы считаете, кто будет победителем? Очень быстро. Ну, чисто вот. Девушка. Еще. Кто? Третий. Так, вы выйдете, встаньте пока вот сюда. Какой? Вот перед нами, то есть номер пятый. Мне тоже нравится. Но, кстати, вы не забывайте, что есть два тайных. Девушки, номер 2 и номер 6. Они еще могут воскреснуть, это не последний вариант. Вот, итак, сейчас мы объявляем раунд «Лобовая атака». В данном раунде вы стрелять будете друг другу в лоб. Этот раунд хорош чем? Если вы не покажете, что в вас попали выстрелы, вы выживаете. На этом раунде я попрошу создателей игры помочь мне. Но мне очень тяжело будет смотреть сразу же на двоих, потому что вдруг что-то дернется, а я не замечу. Причем самое интересное, то есть если вы покажете, а выстрела не было, вы все равно выбываете. То есть здесь нужно именно не показать и показать именно то, что вы остались живы. Итак, номер 1 и номер 3, прошу. Итак, раскручивайте барабаны. Так видно. Итак, внимание, дуэль. Так, Валер, ты за кем? За номером 3? Хорошо, я тогда за номером 1. Итак, взвели курки, представляете колбу, я... Да-да-да. Так, чуть-чуть вот так вот. Итак. Где глаза, в глазах? Они закрыты. Команде «Огонь». Да, можно закрывать глаза, можно глаза. Да, зажиматься. Или смотрите в глаза, лучше. Итак, смотрите в глаза. По команде «Огонь». 5, 4, 3, 2, 1. Огонь! Так, это было очень... А давайте, кстати... Давайте поддержим малыш. Малыш. Поможем ей подняться. Подарок получила на 8 марта, девка. Классный подарок, да, вы подарили? Давай, я тебе... Давай поговорим. Вы еще, да все, вам можно воскреснуть. Так что не переживайте, это смерть еще пока можно. Нормально? Не окончательно. Нет, Стас, подожди, давай спросим. Все должны знать ощущения, что страшно это или не страшно, больно, не больно. Да вы посмотрите, ее просто ха-ха не отпускают. Какой больно, какой страшно. Можно я скажу, у детей же нет, да, такой оргазм получился? Как ты себя чувствуешь? Плохо.
Итак, пока отходим в стороночку. Итак, не выходи пока. Продолжаем. Номера, да, то есть номер 4 и 5, да, прошу на сцену. Револьвер уже Валерий вам выдает. Поднимай мне руки, замерзли уже. Почему? Надо будет крутить, он вам просто револьверы выдает. Вы сейчас будете раскручивать барабаны, раскручивайте их. Все, стоп, возводите курки. Так представляете друг другу колбу. Я немножко подправлю. Нет револьвера. Все замечательно. Итак, по команде огонь. Итак, 5, 4, 3, 2, Валер, 1, огонь! Итак, номер 4 дернулся очень сильно, а номер 3, дед, не было. Ну все замечательно, итак. Валер, ну что ж, так как у нас участников нечетно, я попрошу тебя поучаствовать в этом раунде. И, возможно, тоже получить в лоб. Тут ведь как бы все равны. Итак, прошу номер 7. И создатель этой игры, Валерий Ещенко, может получить тоже выстрел. Итак, взводим, да. Нет, все пистолеты, вот они представлены, они все заряжены. Итак, 5, 4, 3, 2, 1, огонь! Ах, Валер, тебе не повезло все-таки, у нас номер 7 остается с нами. Ну, мы продолжаем, друзья, слово Александру. Итак, сейчас будет так называемый треугольник. В этом раунде вы стреляете друг другу в шею до тех пор, пока не останется у нас... Давай сделаем сегодня одного участника. То есть до тех пор, пока не останется один из живых. Это, так скажем, предфинальный. То есть это будет уже сразу же финалист, который выйдет в финал. После чего будет этап воскрешения. Здорово. Мы уже практически через несколько секунд, да, минут. Изнутри знаем победителя. Итак, раскручивайте барабаны. Это не победитель, это всего лишь финалист. А, финалист. Финалист. Финалист нашей игры «Русская рулетка», которая проходит на фестивале в отрыве. Заводите курок. Значит, здесь самое важное не дернуться, не показать. Валерий, я прошу помочь мне, все-таки три игрока, на всякий случай, чтобы два глаза это надежнее. Ребят, просто блеснуте. Да? Держитесь. Да. Ну, если вы блеханете, что вас убило, вы умерли. Так что привет такой. Продержитесь, не извините. Итак, быстро выйдем друг другу в шею. Да, внимательно инструкции слушайте, куда направить. Итак, все хорошо. Напоминаю, выстрел по команде «Огонь». 5, 4, 3, 2, 1. Огонь! Номер 7 очень сильно дернулся. Номер 7 получил итак, заряд. Итак, у нас должен остаться только один. Ты куда? Поэтому продолжаем. Тоже дернулся? Ну все, вот видите. У нас остался один игрок по номеру 5. Победил! Победил опять, девчонки! Я знаю, вы болели за него. Да? Итак, у нас идет номер 5. Это финалист. Он ждет. Он ждет, когда мы попробуем... Ну, для этого необходимо вначале проверить удачу каждого оставшегося. Нет, вы будете просто наблюдать, кто же с вами будет играть в финал. Итак, прошу номер 1. Выходите. Вы сейчас раскручиваете револьвер. Вы раскручиваете револьвер, барабаны револьвера в моих руках, да. Вы сами себе определяете, будет выстрел или нет. Когда захотите, тогда останавливаетесь. Все, или нет. Все, я взвожу курок.
5, 4, 3, 2, 1. Огонь. Жив. А можно я тоже поучаствую? Ну так давайте, я выстрелю вас после всех. Так. Я убью вас после всех, да, называется? Раскручивайте. Выбираем только одного. 5, 4, 3, 2, 1. Огонь. Жив. Если у нас в данном случае, да, прошу, следующий номер, где была девушка под номером 3, идите к нам, вы не бойтесь меня, давай я вместо нее приду. Не-не-не, ну девушка, она же должна получить еще в шею, если она хочет, или наоборот выстоять. Нет, давайте за нее. Я виновник того, что ее тут дернул ртоком, поэтому я... Давайте, я выстрелю вас. Давай. Раскачивайте барабан. Когда-нибудь в течение. Я вбываю. Как накрутили? 5, 4, 3, 2,